клюет, главное. Клюет, Санька, поймал. Что, серьезно? Серьезно, два тут лилия у нас растет, ага. С попра. И вот Сергей, это самое. И мы весной запускаем караси. Сами сюда. Делали, да? Сами да. Делали. Горку. А что туда населить? По мне такие интересные плюски. Ну, господи, привезли 5 тонн. На все хватило. За один день. И туда, и она пришла, я тут за один день все выложил. Тут, наверное, когда вообще все в зелень, так еще красиво цветет. Так, камни ну, тоже здесь местные, да? Нет, камни привозят с Белоцерковского месторождения. То, разные с разных мест. Мы тут все лето ужинаем. Все-таки хорошо с видом. Да, ты спортзал мы вчера видели. Курочка. Курочка, которая несет золотые яйца. Ой, как вкусно. Сашка, иди-ка понюхай. Ну я тут же траву вешаю все время. А, это вот банька. Ух ты, у них тут погодка сколько. Пахнет. Вот. Все как у людей. Это газали спарится. А это какая веник? Береза, дуб. Береза, дуб. Ну мы к вам еще напросимся. Как-то. Вопросов нет. Вот ну, так вот. Лиса висит, он можжевельник висит. Здорово. Запах поэтому. Вкусно. Не открывай сейчас, подложи. Где вот еще увидишь, что вот розы цветут, да? Да. Это вот барбарис, да. Роза. А это барбарис, да, называется? Да, вот. А что, барбарис. Он плодоносит или просто вот цветок? Не, вот барбарис. А. Вот он ягодой барбариски. А что, они тоже съедобны? Ну да, конфеты из чего делают? А я думала, это из листьев барбариса делают. Ну да, какой, вот он. Да, это наша. Попробуй кисленький. Ага, сейчас попробую. Называется барбарис туберка. Он красивый. Все лето он красный. Я люблю такие, туда... они вот, как на стенеках. Запятой, ну, как, кстати, запятой, ну, у меня да, тоже петуний. Видите, как запятая твоя. Я говорю, запятая. Ну сейчас уже все сошло. Это так, типа Арифлейм, да? Ну да. Арифлейм. О, слушай. Ну, супа засохла уже, да. Ну как-то все красиво сюда. Цветет и пахнет. Ну, спасибо вам большое. Это вот та фазенда, где мы остановились. Домик в волгоградском стиле. Частный домик. Грушевое дерево. Виноградник. Виноград уже убран. И там деревья плодовые. Яблоня. Рядом многоэтажка. Вот так выглядит виноградная лоза осенью. Есть еще не убранный виноград. Показываем. Вот смотрите. Вот. Кисточка винограда. Можно съесть, попробовать. Опа. Вот неубранная кисточка. Сорт Изабелла. Вот это все виноград. На ночь, на зиму убирается. Вот ландшафтный дизайн у Сергея с Валентиной. Там каминчик. Вчера там жарили шашлыки из баранины. Такой островочек зелени. Вот груши с местного огорода. С местной. Это я последние виноградины с куста скушал. Вот тут сладость неимоверная. А это вот груши. Вон с той, груши. Того дерева. Опа. Вот с этого дерева уже все
холод, плюс 3 градуса, а розы еще цветут.